насос с AliExpress. Открываем, я уже пользовался этим насосом. Сложилось кое-какое мнение, но хочу сначала показать вам. Работает от прикуривателя в автомобиле, то есть это автомобильный такой насос. Достаточно маленький, легкий. Есть манометр. Давайте попробуем воспользоваться. Не совсем удобно, если вот колесо большое, вот видите, короткий шланг, и он достаточно такой плотный. Получается, что поднимается вот этот насос. Вот он, а теперь давайте его подключу. Вот он подкачивает колесо, манометр. В принципе, не знаю, правильно, неправильно он показывает. Наверное, неправильно он показывает. У меня здесь 2,5 атмосферы. Звук слышите, хотелось, чтобы было тише. Ну, в принципе, качество такое себе, как и цена. Это очень дешевый, самый дешевый, наверное, насос, который я нашел на AliExpress. Для того, чтобы подкачивать какие-то там мячики, детские матрасы, возможно, и подойдет. Но для колес я бы брал другой, наверное. Ну вот, какое качество, вернее, какая цена, такое качество. Насос с сайта AliExpress.